Медсанчасть номер 59 в этом году ждут серьезные преобразования. В рамках реализации федерального проекта модернизации здравоохранения лечебному учреждению Заречного выделено 193 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт, закупку медицинской техники и информатизацию. 89 миллионов будет потрачено на обновление больничного оборудования. Это оборудование для клинико-диагностической лаборатории, биохимические анализаторы, гематологические анализаторы. Это оборудование для операционного блока, операционные столы, операционная лампа, диатермокоагуляторы, специфическое оборудование. Планируется приобрести оборудование для отделения анестезиологии и реанимации, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для функциональной диагностики, два новых УЗИ-сканера и многое другое. Кроме того, запланирован капитальный ремонт некоторых отделений медико-санитарной части. На эти цели предполагается потратить 91 миллион рублей. Планируется завершение ремонта отделения в терапевтическом корпусе, в хирургическом корпусе. 44 миллиона предварительно у нас определено на ремонт инфекционного корпуса, то, что мы так долго добивались и ждали. Кроме этого, определенная часть средств будет потрачена на ремонт помещений взрослой и детской поликлиники и на ремонт помещений в старой поликлинике. Заводской. Ремонт предполагает замену всех коммуникаций, сантехники, систем водоснабжения, вентиляции, окон и внутренних перегородок. Еще 13 миллионов пойдет на создание так называемой медицинской информационной системы, закупку компьютерной техники, программного обеспечения и прокладку сетей. Планируется автоматизация рабочих мест в регистратуре, автоматизация рабочих мест врачей-специалистов. То есть автоматизация рабочих мест приемного покоя, стационара. Всего будет куплено 155 компьютеров. Они станут основой электронной базы данных, в которую будет входить информация о пациентах, наличии медикаментов и расходных материалов, оборудовании, финансовом состоянии медицинского учреждения. Намеченные преобразования медико-санитарной части номер 59 планируется полностью завершить к концу 2012 года. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».